Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Ну что, продолжаем с вами играть в Таур. Никак он, я не проиграю, и Таур никак не проиграет. В общем, у меня есть два варианта. Либо пойти сюда за косарем, и это интересный вариант, либо пойти сюда за четырьмя оранжевыми кристаллами, которые, наверное, еще более интересный вариант. Я все-таки, наверное, пойду сюда. Вопрос только, сумеем ли мы отхреначиться от танков. Если не сумеем, ну даже если мы не сумеем, на самом деле потеряем мы немного. Но вообще-то хотелось бы, конечно, отхреначиться. И вот эти штуки, потому что мне очень сильно нужны. Попробуем, я не знаю. Попробуем отбиться от танков. Получится у нас это, не получится, одному богу известно. Сейчас узнаем. У нас теперь есть мощная пушка, правда одна. Было бы их несколько, я бы был, наверное, более уверен в своих силах. Но одна пушка — это маловато. Открыть одну такую дребедень для того, чтобы попробовать поставить в нее еще одну пушку. Наверное, мы, наверное, так сделаем, да. Мне нужны три и три. Таких три у меня есть. Мне нужен только будет косарь. И, в принципе, у меня тогда будет еще один облитатор. Ну, посмотрим. Сейчас как пойдет дело, я не знаю. Так, мамонты, мамонты. Мамонты идут. Так, давайте мы туда настреляем. И по нам прям уже пошли конкретно жарить. Так, здесь у нас скорпионы. Так, скорпионов мы избавились, ладно. Здесь у нас еще один скорпион. Так, давайте мы пока сделаем вот так. Да, пока они находятся под замедлением. Потому что наша пушка на замедление, как бы, на нее не распространяется. И мы можем себе забахать всякого. Ну, чувствую, нас сейчас опять поимеют. Если только мы успеем еще жахнуть несколько выстрелов зеленым дерьмем, и тогда, может быть, не поимеют. У нас довольно неплохо устанавливаются щиты, но их, правда, все равно сейчас собьют. Сбили, восстанавливаем. Так, устанавливаем, и теперь вопрос в том... прошли мы критическую точку или не прошли? Поход прошли. Так, судя по всему, да, критическая точка у нас преодолена, поэтому, да, мы отбились. Зашибись! Это очень хорошо, потому что очень было тревожно. Так, мы сейчас получим желтенького хреновни. Так, желтенькая хреновня у нас вообще повсеместно нужна для всего на свете. Так, и нам нужен тысяча и синяя фигня для того, чтобы поставить еще одну пушку. Тысяча и синяя фигня. Мы либо копим, либо, не знаю, так, что у нас вообще тут здесь есть? Так, что у нас тут есть? Мы можем получить 5 зеленых фигней за вот этот Skyfall. Так, это у нас хаотическое распределение. Короче, изичи. Я думаю, что мы, наверное, пойдем в изичи как раз. Здесь у нас осада. Ну, не знаю. Фиолетовая ерунда у меня есть, красная тоже. В принципе, у меня и это есть. Но здесь 5 кристаллов зеленых дадут на дальнейшее развитие. Я думаю, что... Но здесь зато, блин, ну это Air Raid. Здесь дадут 900. Но это воздушный. Я думаю, что мы пойдем вот сюда. И, по идее, не запариваясь, ее пройдем. Сейчас посмотрим. По идее, не запарились, мы ее пройдем или не пройдем. Чисто гипотетически, с текущим уровнем обороны наших пацанов, мы должны такие штуки проходить вообще легко. Ну и всякого остального тоже. Но зеленых надо несколько. Зеленая фигня у нас пока одна, облитаторов надо как минимум два. А то может быть и три. Я вот не знаю. Ну, два облитатора мы точно поставим. Потому что 1000 урона это 1000 урона. Как говорится, Маша, конечно, красивая, но два раза это два раза. Поэтому здесь... да. Здесь, наверное, выбирать не приходится. Ну, посмотрим, ладно. Эту миссию мы в любом случае проходим. Я не думаю, что мне тут что-то сделают. При том уровне щитов и прокачки, вряд ли они смогут ее пробить. Ну... посмотрим, может быть, меня удивят. Но пока с этими миссиями у меня самая простая история. За все прохождение.
Бум. И потом будем открывать тогда дальше. Не знаю, сейчас построим пока пушки для обороны, а потом будем открывать... Что будем открывать? Надо открывать какую-то пушку для себя. Либо какой-то там плазменный пулемет есть, типа машингана, либо пушку, которая стреляет какой-то охрененно адской ракетой. А как вообще, ну-ка, если я, допустим, буду биться с боссом, мне по-любому это пригодится. Вот я все просадил, а потом я такой хренакс и вышел сюда. А потом переключился сюда, и перезарядка начинается сначала. То есть нельзя переключаться между этими фигнями и ждать, пока она зарядится. Понятно. Стреляю я какой-то одной. Всегда. Ну, по крайней мере, их можно менять в зависимости от ситуации. Нужны ли мне дроны для починки? Ну, хрен его знает. Наверное, нужны. Хотя не очень. Это дроны для починки мне пригодятся только в той ситуации, что у меня сбили щит. Начали хреначить, короче, вот эти фигни, но еще не добили их. Вот эти колонны. Только тогда мне дроны для починки что-то смогут сделать. В любом другой ситуации они смогут ни хрена. Тем более их всего два. Что-нибудь там смогут починить, ну, по крайней мере, изначально дается. Что-нибудь там смогут починить, непонятно. Так, еще мне нужны перехватчики для того, чтобы вражеский воздух на себя забирать. И вообще, чтобы они били, пока мы бьем по ним. Пока у нас облитаторы, короче, всех уничтожают, у нас должны летать наши перехватчики. Это мы потом сделаем. Для начала мощные пушки, а потом будем тогда обстраивать все говном. Ну ладно, помогу им тогда хоть. Потому что делать все равно нечего. Бух. Так, ну че, неплохо. Неплохо получилось. Но это было, в принципе, очевидно. То, что неплохо получится. Так, прекрасно. Когда будет, кстати, следующий босс? На 100 уровне? На каком? Так, мы получили ресурсов для того, чтобы классно застроиться. Пока ничего исследовать не будем, потому что мне нужен косарь для постройки пушки. И нам надо понять, куда мы пойдем. А сколько, кстати говоря, нужно на исследование Хавока? Так. А, ну вот, кстати говоря, Хавок — это прикольная штука. Тут противовоздушные ракеты. Опять же, ну-ка. А какие у нас следующие? Давайте смотреть. Значит, мы можем получить еще 4 таких. И это неплохо. Но это у нас осада. Ну, осада, кстати говоря, может быть мы... Блин, ну здесь экстремальная защита у противника. Блинство. Здесь легкая. Здесь опять хаос и легкая защита. А если мы хотим 4 вот таких, то нам надо идти на экстремальную. Блин, идти на экстремальную не очень хотелось бы, если честно. Я думаю, что просто меня могут расхреначить еще до того, как я что-то успею. Блинство. Даже не знаю, куда пойти, на самом деле. Давайте мы, наверное, пойдем в Skyfall. Мы его 100% пройдем и заодно пушки поставим. Потом мы исследуем тогда вот этот Хавок. Противо... какой там? Воздушный. Чтобы мы могли классно биться потом с воздушными всякими уродами, которые нас достают. И после этого... можно будет идти, наверное, в осаду. Так, давайте мы поставим тогда еще один или не поставим. Чего не хватает? А, синего говна не хватает. Так, ладно, тогда мы после этого поставим. Нам нужно сначала синее говно. Можно было, конечно, что-нибудь снести, но смысла в этом никакого нет. Мы и так пройдем. Ну да, щит с таким регеном... пробить им не судьба. И наших ребят с таким регеном тоже пробить не судьба. Ну, хотя, как сказать. Это у нас легкая защита. Если будут такие же, но с экстремальной защитой, может быть, у нас будут гораздо больше проблемы.
Так получилось, что у меня эти миссии самые простые и самые скучные при этом. Но зато не напрягайся, можно получить ресурсы, вообще не париться за судьбу. Ну, кстати говоря, намного больше в этот раз. Прям сильно больше. А бабушки все падали и падали. Давайте мы жахнем что-нибудь, каким-нибудь супероружием, что ли, хотя бы. Бум. Да, я здесь буду много молчать, потому что я хрен узнает, что говорить. По факту нам надо просто подождать, пока мы победим. Такая вот у нас интересная, ответственная миссия в этот раз. Так, все, нет. Нет, продолжают падать, заразы такие. Дайте что-нибудь жахнем куда-нибудь сюда, что ли. Да, но мне нужна, конечно, пушка посерьезней. Чтоб я мог хотя бы какую-то помощь оказывать нормальную. А не вот это вот, потому что лазер этот ужасный просто. Нет, он нормальный. Хотя бы тем, что он попадает 100%. Если, по крайней мере, я нормально веду мышкой. Но в целом это, конечно, по урону такое себе. Вот баллистическая ракета звучит круто. Осталось только ее открыть и протестировать. Так, отлично. Так, мы теперь должны были, по-моему, там синюю штуку должны были получить, на которую мы теперь сможем поставить что-нибудь себе интересного. Да, мы же поставим. Ну-ка. Да, мы получили синюю штуку и еще и зеленую штуку. Прекрасно. День 68. Так, а мы теперь можем... Так, у нас воздушный рейд, у нас инвейжн. Так, у нас еще один воздушный рейд. Для того, чтобы не откатиться, нам нужно брать инвейжн. Но мне нахрен не нужен. Поэтому мы пойдем, наверное, вот в этот воздушный рейд. И как раз, раз уж так получилось, мы пойдем в воздушный рейд с Хавоком. Это у нас пушка, короче, противовоздушная как раз. Так, она требует ручного прицеливания и захвата перед тем, как... ракета может быть запущена. Угу. Так, это у нас увеличивает количество зарядов, которые можем запустить. Ну, за полтосик, я думаю, что мы готовы это сделать. Так, 3 снаряда. Это у нас оптимизатор какой-то. А, он позволяет на 10% быстрее лочиться на противнике. Либо 3 снаряда. Я, наверное, возьму 3 снаряда. Мне так кажется. Мы сейчас все потестируем заодно. И погнали вот сюда. Так. Ну, сейчас посмотрим. Массивная защита. Ну, глянем сейчас, что тут получится. Так, нам надо, во-первых, присобачить сюда еще одну зеленую дребедень. Еще бы, конечно, желательно перехватчиков присобачить сюда. Так, во-первых, ставим Хавок. Во-вторых, ставим сюда... Соответственно, еще один облитатор. Так, и могу ли я поставить... Так, давайте мы куда-нибудь перехватчики будем ставить сюда, что ли. Так, мне же хватит на перехватчик. Интерсептор, да, мне хватит на перехватчик. Пусть он там летает и на себя, короче, их отманивает. Так, а нам теперь надо понять, как нам, собственно, прицеливаться. Так, бум. Так, а я же вроде выбрал Хавок, нет? Ух, ни хрена ты прицеливаешься. Охренеть, так. Ну ладно. Ну, допустим. Но это все равно, наверное, лучше, чем было до этого. Так, все посмотрим, ладно. А сколько ты наносишь урона? Блин, на 2 ракеты на 1. Да, я ожидал большего. Я ожидал, что хотя бы с одной ракеты будет падать.
Не, ну все равно неплохо, ладно. По крайней мере, мы 100% уничтожаем одного такого мерзавца. А такого уничтожаем, кстати? Нет, такого даже не уничтожаем. Блин, надо качать ей урон. Блин, эти все покалеченные какие-то нахрен. Вот этот не покалеченный, так. Бум. Так, ладно. Так, кого-нибудь такого давайте. Так, нужно две ракеты. Нужно две ракеты, это, конечно, меня печалит. Бум. Так, восстанавливаем себе нахрен щит, пока мы живы. Так, сейчас нас начнут нормально пробивать базу. Потому что воздушные силы наши закончились. Блин, сбили. Так, сейчас мы начнем оставаться без всего. Да, сейчас мы останемся без базы. И, блин, ну их пиздец сколько много. Блин, наводится она охренеть, конечно. Да, пушки сейчас начнут падать. Ну, вопрос, успеем ли мы восстановить все щиты. Я так понимаю, что ни хрена не успеем сделать. Так, дайте мне какую-нибудь, блин, цель дохлую. Так, ладно, давайте вот этого тогда просто так убьем. Бум. Окей. Так, щит можем восстановить. Восстановили, хорошо. Так, зеленая штука у нас продолжает пока стрелять. Так, еще две ракеты на этого товарища. Бум, ладно. Попали, но не в того. Главное, что попали. Так, давайте мы от этого светлячка сраного избавимся. Так, избавились. Ну, не знаю. Так, ладно, это у нас одна ракета. Так, щит у нас опять сбили. Но зеленые штуки и противоракеты у нас еще остались пока. Ладно, пока живем тогда. Блин, а если я ее не качаю, у меня всего одна ракета, это что, вообще жесть? Так, на тебе бубен. Так, на тебе бубен. На тебе бубен. Так, ну, неплохо, ладно. На тебе бубен. Так, ты у нас тоже почти сдох. Тебя осталось, кстати говоря, может быть, с одной ракеты ты и сдохнешь. Да, точно сдохнешь. Но мы потеряли практически все пушки, но при этом мы отбились. Но их здесь было какое-то безумное количество. Если я не открыл бы ховок, наверное, кстати, не отбились бы. Охренеть. Убейте его нахрен. Бум. Так, ладно, в следующей миссии тогда мне придется очень много всего восстанавливать. Тогда пока, поскольку я не помню, сколько мне надо денег, тогда пока ничего не будем делать. Да, немножко мы получили в минус, но зато получили желтую штуку. Но пока мы ее тратить на исследование не будем. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Мне нужно что-нибудь спокойное, типа вот этой вот рандомной ерунды. Так. О, плюс 20, ядреныть. Так, ну плюс 20 я не хочу им отдавать. Тем более, что мне две вот таких вот штуки нужны. Пойдем сюда. Пойдем сюда на волны. Посмотрим, ладно, что это нам даст. Так. Ну я ж по-любому заработал. Я просто хочу открыть какую-нибудь вот Savager, например. Плазменное говнище. Так, давайте откроем Savager. Надеюсь, что мне хватит на восстановление базы. И потестируем заодно плазменное говнище. Так, куда я там хотел? Сюда. Так, пойдем тестировать плазменное говнище. И надеюсь, что мы отобьемся от того, что сейчас будет. Так, и надеюсь, что мне хватит денег, чтобы все это дело починить.
Да, мне хватает, слава богу, потому что устанавливать это руками я бы вообще хотел меньше всего. Так. Ну, можно еще что-нибудь открыть. Например. Нет, нельзя. А что не хватает? Денег не хватает, собственно. Тогда можно поставить чуть бомбардировщик, к примеру. Или не запариваться с бомбардировщиком. Не, наверное, подождем мы. Не будем мы запариваться с бомбардировщиками. Так, дайте мне реведжер. Так. И он, блин, не перезаряжается автоматически. Ну ладно. Так, ох, мотать он перезаряжается. Ну, надеюсь, что там охренеть какой урон. Это какое-то говно, по-моему. Так. Нет, ну, может быть, его можно качнуть. Точность у него не очень хорошая. Да, после этого он уходит на перезарядку. Точность хреновая, смысла в этой пушке пока не вижу. Так, ладно, тогда надо баллистическую открыть, вот эту последнюю, и посмотреть, что там будет. Ну, не так много урона, плюс, ну, наверняка прокачивается как-то классно, я сейчас посмотрим. Ну вот в базовой комплектации вообще не впечатлен я этой фигней. Тем более там у нас пойдут танки, я, наверное, что возьму? Наверное, дезинтегратор я возьму. Ну да, потому что хавок мне не нужен, наверное, мы возьмем дезинтегратор, чтобы щиты танком сбивать. Мне кажется, в этом и то будет больше смысла. Пум. Как-то дезинтегратор выглядит лучше. Тем более, что если его в ноль не уничтожать, а оставлять немножко, то он еще и заряжается в процессе. То есть можно вот так вот поджахивать постоянно. Понятное дело, что они решают разные задачи. Но какие задачи решает вот эта вот плазменная пулялка, пока не понял. Так, давайте мы сюда, наверное, нажахаем. Но их очень много. Их тут очень много, надеюсь, наши бомбардировщики и же с ним дадут им просраться. Так, я пока не вмешиваюсь для того, чтобы у нас все подрегенились, восстановились и так далее. Так, он нас практически убили, товарищи. Бабах. Так, набабахали нормально. Так, сейчас должны пойти нормальные волны. Хотя, может быть, кстати говоря, танков и не будет. Они иногда запуливают так, по двум направлениям, да, отсюда и отсюда. Бум. Вообще ни в кого не попал, зеленая хрень. Отлично. Да, здесь нужны, наверное, вот эти самые баллистические ракеты. Наверное, здесь она бы и зашла у нас. Так. Я буду вот по этим танкам жахать. Так, здесь у нас танк со щитом. Это дерьмово. Так, вот мы как раз... Давайте немножко подсажем щит. Скорпион без щита это гораздо лучше, чем скорпион со щитом. Так. Так, щит готов. Нормально. Ну, я хочу сказать, нападение здесь просто трындец. Так, но мы его убили, да? Теперь давайте вот этого убьем. Так, Гелиона. Гелиона, несчастного ракетного. Так, теперь надо вот этого светлячка поджарить. И что у нас осталось из сильного? Так, еще один светлячок нахрен здесь не нужен. Так, этого мы все позбиваем. Так, и вот этого светлячка давайте зажарим тоже. Так, жареный светлячок у нас сегодня на ужин. Так, о, здесь у нас мамонт. Мамонт, не мамонт. Так, ну-ка, давайте зеленая штука. Бум. Мотать мамонта просто разорвало. Так, я хочу еще одну зеленую штуку поставить. То, что они делают с мамонтами, мне очень сильно нравится. Да, мы, наверное, этот пулемет потом тоже на зеленую штуку заметим. Да, конечно, 15 секунд перезарядки это долго, зато от мамонта не осталось вообще ни хрена просто. И это, мне кажется, очень выгодная история. Так, а когда будет следующий босс-то? Уже 70-й день. Мы уже, смотрите, практически выдавили их нахрен с нашей планеты. День 70.
Так, ну, босса здесь не будет. Ладно, у нас есть 800 ресурсов, у нас вроде как ничего не снесли. Так, для того, чтобы открыть вот эту вот фигню, надо еще открыть вот эту. Сначала. А чего мне не хватает? А, мне не хватает сначала кливера, да? То есть мне сначала надо открыть кливер, потом хрилхок. Да? Но у меня же его нет. Так, да, но, короче говоря, кладет вражескую пехоту на днище. Блин, вот имеет смысл это качать, или лучше прокачать себе еще дополнительно вот этих ребят? Нет, наверное, мы все-таки пойдем туда. Так, качаем Криохок. И теперь нам не хватает желтой штуки одной. Так, а это у нас автолог, короче, Так, с автоматическим наведением несколько крио-ракет. Что такое крио-ракет, я не знаю. Короче, ракета у нас взрывается. Это у нас тоже, в общем, противовоздушная. Это против пехоты, это противовоздушная. И все это заканчивается дестроером в итоге. Ну, допустим. Блин, деньги я, конечно, на это потратил. Надо было еще одну зеленую дребедень фигачить. Так, что у нас здесь? Куда мы можем пойти и куда нам можно не ходить? Так, мне нужны, получается, еще желтые. То есть мне хорошо надо идти сюда. Опять волны. Ну, давайте. Массивная защита, волны. Ну, погнали. Массивная защита, волны. Ёлки-палки, сколько нас? Так, открыть может быть... А, нет, мы не откроем такую штуку. Надо накопить, короче, денег и еще одну зеленую сюда фигачить. Или, может быть, фигачить сюда еще одну противовоздух, например. Много противовоздуха не бывает, мне кажется. Да, может быть, кстати, противовоздух сюда и зайдет. Но он, по-моему, 500 стоит противовоздух. Я все равно его поставить не смогу. Или сюда какой-нибудь... А давайте мы сюда поставим еще один спектр на бомбардировку. Вот так вот. Раз у нас здесь будут волны, мы против этих волн пойдем еще одним бомбардировщиком. Так, и теперь давайте посмотрим, что у нас тут за хреновня. Так... Здесь у нас, короче, обычная эта штука. Так, теперь мы можем еще бахать такую ерунду. Это у нас ракета, которая запускается автоматически в воздух. Так, а это у нас хреначит. Так, давайте мы, значит, поставим вот эту штуку, которая сбивает с толку вражескую пехоту. А сюда мы что поставим? Да ничего не поставим. То же самое, наверное. Все-таки дезинтегратор я оставлю. Так, мне надо сбить с толку вражескую... Ух, ни хрена! Забавная штука. Я не ожидал такого полета фантазии. Так, что-то здесь прям... Вообще мне не нравится. С чего началось-то все? Бум. Так, ладно, давайте мы тогда подожжем вот этих подней веселых. Блин, что-то они слишком далеко заехали. Убейте их нахрен. Так, давайте мы сделаем вот так. Лучше я их убью, чтобы они тут не успели понастрелять. Так, нормально. Что у нас тут еще из интересного? Из интересного, походу, больше ничего. Так, хочу еще жахнуть такой шрапнелью. Бум. Ну, она, да, немножко сбивает, конечно, их с ног, но это еще попасть надо. Надо смотреть, как она прокачивается, эта штука. Так, это что у нас? Это у нас клевер. А еще есть криохок, понятно. То есть это у нас ракеты, которые автоматически летят. Так, ладно, противовоздуха у нас теперь вообще дохрена. Следующий противовоздух будем прям отбиваться как надо. Одни ракеты, другие ракеты, все в ракетах просто. Так, откуда у нас идут? По одному направлению? Ну, значит, там должно быть дохрена всего. Так, ну давайте, прям жахаем сюда. Бум! Бах! Понятно, короче, они пролетают насквозь, и кого успели зацепить, тех сбивают с толку. Ну, неплохо, ладно. Так, о, скорпион со щитами. Скорпион и Саб-Зиро только не хватает сюда. Так, давайте мы его убьем. Я надеюсь, что мы его убьем. Так, сюда давайте жахнем еще такой шрапнелью.
Но шрапнель меня не впечатлил пока, по крайней мере. Так, еще у нас скорпионы с защитой. Ну, зеленая фигня наша, конечно, мочит. Прям зеленая фигня мочит как надо. Так, давайте мы туда нахреначим лавы штуки и шрапнельки туда жахнем. Так, теперь надо вот этого зажахать. Отлично. Так, с искусственным интеллектом здесь полный порядок. Наша зеленая самая мощная ерунда стреляет по их самым мощным юнитам. Ну, хотя бы здесь-то все хорошо. Так, ну это не последняя волна, да? Да, будет, наверное, еще одна. Так, тогда пока перезаряжаемся и регенимся. Я, короче, не буду форсировать. Нам надо подрегенить всех наших побитых товарищей. Подрегенить, побить, перезарядить. Короче, не форсируем. Следующую волну ждем. Так, перехватчик там летает, дурацкий наш. Бум. Угу, отсюда и все, что ли? А и оттуда. Так, два направления. Плохо. Плохо, плохо. Так, давайте собьем их нахрен с толку. Ну, так он, да, как-то рандомно попадает. У-у-у, вообще тут нажахали. Так, много, но без танков. А здесь? А здесь танками, так. Так, давайте мы вот этот вот Гелион нахрен уничтожим. Он мне не нравится. Гелион Империона. Бум. Так, Гелион Империона надо убить. Пока вроде как никто, кроме меня, не хочет туда оставлять. Гелион Империона. Гелион Империона. Так, взрываем Гелион Империона. Так, здесь у нас что? Здесь у нас ни хрена нет. Здесь у нас... Так, бум. Ядреночь. Слушайте, ну здесь прям вообще атака мощная. Да, мне прям по щитам-то настучат сейчас. Прям настучат по щитам. Уже настучали. Так, перезаряжаем щиты. Так, может быть мне выбрать как раз вот этот криухок? Давайте мы его выберем. Так, вот у нас автоматические ракеты. Ага. Автоматические ракеты, которые еще и замедляют цель, в которую попали. Так, вот они куда-то там полетели, в кого-то, наверное, попадут. Ну да, походу, в кого-то попадут. Ну, хорошо, что у меня сильно прокачанные юниты, которые бегают по земле. Иначе проблем не оберешься. Так, вот еще две ракеты, бум. Готов. И не готов. Оно просто замедляет воздушную цель. То есть оно не наносит много урона, оно просто замедляет. Чтобы ее потом добили те, кто могут. Ну, в принципе, тоже неплохо. Когда речь идет о борьбе с воздушными уродами, это нормальный вообще вариант. Бум. Так, ну у нас, кстати говоря, еще довольно много осталось. Для последней волны, причем такой мощной, у нас осталось вообще прилично. Так, ну у нас будет плюс один. Да, плюс один такой себе. Но зато мы получим еще две штуки, на базе которых мы сможем, например, наконец-то открыть себе самую последнюю хреновню. Я так понимаю, да? Сможем же открыть? Да, сможем. Дестройер. Дедли баллисти... То есть... Адская баллистическая ракета. Так, ну что ж, адская баллистическая ракета мне нравится. Давайте откроем этот дестройер, да посмотрим, что скрывается под этой, под этим названием. Так, здесь у нас что можно сделать? Эффективность перезарядки. На одну секунду. Сколько она перезаряжается, простите, если я на одну... То есть на 5 секунд, типа, можно быстрее сделать общей сложности. Ну, не знаю даже. Так, хавоки. Нужно мне что-то делать с хавоками? Так, это у нас сокращает время. Блин, ну здесь только количество ракет у хавоков, больше ни хрена. Прокачать базу или еще прокачать ребят? Так, ну это криво-говнище нам не нужно. Этими самыми обилками я что-то не верю, что я буду пользоваться. Ну, в общем, можно, наверное, прокачать и базу. Или прокачать товарищей, которые все это держат. Давайте мы прокачаем еще и лучников. Так вот сделаем. Добавим им броняхи. Так, а это что нам даст? А, это регенерацию им даст.
Так, дадим им регенерацию. Нашим ребятам хуже им от этого точно не будет. Так, здесь мы можем прокачать строение наше. Так, давайте прокачаем. У нас зеленого довольно много. Так, все, у нас все закончилось. Так, мы прокачали наших товарищей и открыли последнюю ерунду. Теперь что мы с ней будем делать? Так, здесь у нас хаотический скайфол, это хорошо. И мы получим за это кучу ресурсов, на которые сможем поставить еще одну зеленую дребедень. Либо вот такую, на которую сможем еще что-то там сделать. Наверное, я хочу ресурсов. Плюс мы фактически на халяву ее пройдем. Хочу ресурсов, тогда в следующий раз мы сможем присобачить себе еще одну вонючую ерунду. Эту зеленую. А здесь нам по факту... Да, они у нас теперь с броней, с этой самой... С защиткой, с броняшкой. Их теперь не так-то просто пробить. Так, ну и что там у нас? Так, это у нас, соответственно, вот он, дезинтегратор, да? Смертоносная баллистическая ракета. Жги. Бах. Ну, перезаряжается, да, долговато, конечно. Смертоносная баллистическая ракета. Ну, здесь я хрен его знает. Смертоносную баллистическую ракету мы открыли. Ну, вот этот вот плазмоган, даже я не знаю, зачем он нужен. Если честно. Пока, наверное, дезинтегратор мне больше всего нравится из-за того. По крайней мере, он щиты сбивает и еще что-то. Ну и, соответственно, противовоздушная пушка тоже. Бух. Ну, да. Стреляет как надо. Так, ладно, может быть, я не раскушал просто хавок. Давайте еще хавок возьмем. Постреляем с хавока. Что-то я не понял. А, хавок это не то, блин, не хавок, а как называется? Реведжер, реведжер. Ну, урона как бы у реведжера достаточно, но перезаряжается он очень долго. В итоге. Мне проще вот построить несколько таких вот товарищей, которые просто летают и фигачат, чем вот всем вот этим вот ерундой заниматься. Ну так, если по-честному. Ну, если он создан для того, чтобы классно стрелять по каким-то толпам, то да. Потому что в одиночную цель он попадает отвратительно. Перезаряжается долго. Можно, конечно, попробовать его качнуть. Ну, так урон у него нормальный, но с перезарядками проблема. Бах! Ну, прикольная ракетка, ладно. Ракетку мы такую будем использовать, я думаю. Так, теперь мне нужны ресурсы для того, чтобы замаксить вообще все наши... И хотя нет, мне не нужны ресурсы, чтобы замаксить. Мне теперь нужны ресурсы для того, чтобы все застроить. Мне нужны, по факту, синие штуки и бабки. В общем, у нас все есть. Нам осталось только сделать себе много воздуха для того, чтобы он отвлекал внимание. И сделать себе, не знаю даже, и сделать себе классные пушки. Противовоздушные, опять же, и артиллерию. Ну, то есть, зеленый, грубо говоря, поставить. Пулемет мы один оставим на всякий случай, хотя он, по-моему, не очень понтовый, ну ладно. Он вот таких вот отстреливает, которые вблизи подошли. Все остальное заменим на зеленые, потому что они нужны для битвы с боссом и для отражения осады танковой. И все остальное не знаю, чем забьем. Чем забьем сейчас? Я думаю, что мы все остальное забьем вот такими вот циклонами. В перемешку, наверное, с бомбардировщиками. Потому что бомбардировщики классно отражают волны. А волн, как мы знаем, там будет дохрена. Ну и плюс мне нужны еще лазеры, которые будут отражать атаку босса. Соответственно, он там стреляет баллистическими ракетами, то есть надо будет прифигачить туда какое-то количество лазеров. Бум! Все, прошли. Так. Того мы практически отвоевали себе Таурею нашу. Так, заполучили себе 900 денег. Так, давайте посмотрим, что там у нас по улучшениям.
Так, что там у нас по улучшениям? Так, ну мы можем уменьшить, короче говоря, перезарядку на 5 секунд. Для реведжера мы можем сделать что? Наносит 1% дополнительного урона. Такое себе. Так, а дезинтегратор чем еще можем сделать? Короче, можем качнуть себе урон на дезинтегратор за 25. Качнем. Так, еще больше урона. Так, это у нас еще больше урона против щитовиков. Но для всего это нужны оранжевые штуки. Короче, тогда мы пока просто тупо не тратим бабло и зарабатываем себе синюю фигню и деньги для того, чтобы, соответственно, классно застроиться. Так, здесь у нас опять волны. Наверное, мы вот эту вот штуку и пойдем. Хотя, нафиг мне сюда идти. Мне от этих желтых дофига, зеленых у меня тоже прилично. Они мне особо ни для чего не нужны. Мне нужны вот такие вот штуки, наверное. Но здесь я просажусь. Или вот такие вообще. Вот такие, наверное, мне нужны. Чтобы качать самые финальные штуки потом после этого. Да, плюс 5. Мы здесь немножко потеряем, но нам, в принципе, на эту полоску похер, потому что нам все равно надо босса убить. То есть, пока мы босса не убьем, все равно победить не сможем. Правильно? Или, может быть, босс придет, когда мы теперь эту полоску забьем? Потому что, когда я вначале забил, ничего не произошло. То есть, как бы я 100% занял, и ничего. Ну, давайте попробуем, ладно, занять 100%. Хотя это, наверное, не самое лучшее решение. Но делать мы будем в следующий раз. Тогда у нас... На сегодня, да, на сегодня все, потому что серия получилась длинная. В следующий раз тогда попробуем занять эту полоску до конца и посмотреть, что произойдет. Нужно ли только это вопрос, потому что с боссом, скорее всего, я сейчас все равно не справлюсь. Ладно, на сегодня я с вами прощаюсь, тогда в следующей серии увидимся.